Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале «Коллекция монет». Сегодня совсем небольшое пополнение. Две монеты всего лишь. Так, первая монета – это вот такая вот. Это монета Турции, 10 лир, 81 год. Монета выпускалась только один год, этот тип. Вообще в то время, это 80-е годы, начало, Турция там каждый год почему-то меняла типы монет. Ну, вот некоторые есть достаточно редкие из этих монет, допустим, 10 лир 83-го года. Ну, вот эта вот монета достаточно распространенная. Так, и вторая монета. Ну вот вторая монета более редкая. Это монета Чехословакии. Когда Чехословакия уже прекращала свое существование. 5 геллеров 91 года. Этот тип монет выпускался 2 года в 91-92. Здесь 91 год. Но вообще из монет того времени самая редкая — это 1 геллер, конечно, тоже 91-92 года. По отдельности в продаже практически не бывает. В наборах, наборы достаточно дорогие. Ну вот 5 геллеров в неплохом состоянии. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока, удачи, до новых встреч. Пока.